Итак, ребята, мы находимся на Красной площади. Это нулевой меридиан. Где народ? Километр. Да, привет, Лена, Дэн. Я. Чем тут есть такая традиция, что нужно кидать монетку во время кризиса. А потом их подбирают. Да, и если она куда-то там попадет, то желание сбудется. Соответственно, стоит вон, стоит такая мафия местная в виде бабульки такой агрессивной, которая стала жить монеты собирает. Да, а сейчас тут что-то конкуренция в виде мужика. Можно поближе посмотреть. Монеты кидать. Надо пачку. И так хватает, хватает. Калится номер раз. Так, конкурирующая организация. Давайте. Вот, смотрите, бабулька говорит, да, она говорит, иди ты сейчас. Сейчас, говорит, это мандат. Мне, это ему, сейчас мандат, это Остапа Брагимовича. Мандат Остапа Брагимовича, мне ему. Так, так, так. Давайте. Бабулька, в общем, она самая главная, она всех распределяет. Она топ-менеджер здесь, вот этой компании. Да, это точно. А это так. Монеты, которые еще не подобрали. Сейчас девочка что-то загадает, очень долгое желание у нее. Змею, да. Вот ребенок тоже конкурирует, это маленькая коалиция. Вот мужская это партия побеждает этот раз. Дочернее предприятие. Дочернее предприятие. Десяточку серфина собирает. Полтинечки. Рублики. Ложечки. Да, мелочь никто не хочет. Это новый подошел. На товарищ было выйти. У меня как раз это в кувшине целое это поднесло. С пакетом с молока. Надо было так раз горсточку. Кстати, они еще ходят и выбирают монеты. Они все подбирают. Знаешь, вот иностранная валюта очень ценится. Сейчас я то есть подберу, сейчас не загадывай желание пока. А ведь они собирают чьи-то желания, ребята. Они могут их потом... Они же забирают. Это же послы, ребята. Они подбирают желания и доносят их выше, а там уже их вполне. Надо самую маленькую монету кидать. Копейку надо. Сейчас она может. Вообще прям по башке, шок, тирах, шапку. Видите, а шапка тоже у него, шапка у него очень крутая, в виде такой, она так смеяться, что просто прям у нее монеты выпадали. Это банк. С кармашками, это банк. А бабулька собирала уже целый пакет. Сейчас мы же так 100 долларов раз. Ооо, ребята, сильно повезло. Я хочу. Видите, тут даже такая большая очередь, все хотят скинуть монету, и все говорят, дайте я кину, я хочу. Осчастливить этих людей. Нет, ой, еще за двоих. Она шишкая, скинь. Да, да, поздно. А вон она полетела монета еще.